радуюсь. Помолимся об исцелении. Мне сегодня Господь показывал, что Он будет исцелять позвоночники. Он будет убирать грыжи сегодня, друзья. Он знает, как восстановить каждый позвонок. Поэтому можете класть руку на те места, которые могут у вас болеть. И сейчас будут проходить мимо по рядам служителя молиться просто короткой молитвой, потому что мы просто повелеваем болезни уйти. Мы сейчас уже пропели, что мы приняли исцеление, чтобы отдать болезни. Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя, что мы сегодня можем благословлять каждого, кто пришел в этот зал. И мы делаем это во имя Иисуса Христа и говорим: кости, кости, если вы были сокрушены болезней, пришло время болезни оставить вас, а костям восстановиться. И я благодарю Тебя, Боже, я благодарю Тебя, что исцеляются позвонки. Я благодарю Тебя, что грыжи, они тают от лица Господнего. Я благодарю Тебя, что шеи исцеляются. Я благодарю Тебя, что восстанавливаются сейчас все кости, когда-то сокрушенные. Слава Тебе, любимый, что печаль не для нас. Печаль и зависть, она не будет давать гнилостность костям, потому что мы от этого отказываемся. Мы принимаем сейчас Твою исцеляющую силу и Твою энергию жизни. И я благодарю Тебя, Господь. Я благодарю Тебя, что мы радуемся на тех основаниях врага, которые разрушены в нашей жизни. Я благодарю Тебя, что Твоя победа нам принадлежит. Независимо от того, в зале люди или на экране видят сегодня то, что происходит. Но я говорю во имя Иисуса, и туда энергия жизни, она посылается. И туда победа Иисуса достигает. Благодарю Тебя, любимый. Благодарю Тебя, что сейчас Твой огонь сходит. Твой огонь сходит. Твой огонь сходит. И болезни, они убегают. Слава, слава, слава Тебе, Боже. Не только кости Ты исцеляешь. У кого есть в чем необходимость, возвращается слух. Зрение повышается. И я благодарю Тебя, что всякая инфекция засыхает. Потому что мы здесь для того, чтобы сказать: болезнь, ты не от Бога, и потому уходишь с нашей дороги. Мы принимаем то, что является Божьим помазанием для нас. А это есть полнота здоровья. А это есть крепость. А это есть радость пред лицом Господа. И я благодарю Тебя, что, как когда-то сказал Давид, и говорим: а мы перед Богом нашим петь и плясать будем. Да будет так, друзья, воздайте Ему славу, и мы будем делать то, о чем сейчас сказали. Слову Твоему. И провозгласи сегодня для себя: прочь уныние, прочь сомнения, пусть твердость решения направляет каждый мой шаг. Сомнения, прочь уныние, горечь и страх, твердость решения пусть направляет каждый мой шаг, ведь я выбрал любовь, впустил и позволил ей менять сердце мое. Благости и любви к Тебе. Я так сильно люблю Тебя, дитя мое. Я так сильно дорожу Тобой. И я чувствую, что Господь хочет, чтобы мы просто сказали Ему свои слова любви. Сказали, что Он значит для нас в жизни. Может быть, нужен какой-то прорыв. Может быть, нужна какая-то победа. Но сейчас время просто прославить Его. Потому что, когда приходит Он, решаются многие проблемы. Когда приходит Он, решаются многие ситуации. Для Него нет ничего невозможного. Иисус, мы благодарны Тебе. Господь, Ты наша драгоценность. Ты наш покров. Ты наша защита.
Мы любим Тебя, Иисус наш. Мы любим Тебя, Папочка наш. Мы любим Тебя, драгоценный наш. Ты так дорог для нас. Ты так дорог нашему сердцу, Иисус. Спасибо Тебе за Твою любовь к нам. Спасибо Тебе за Твою милость к нам. Спасибо Тебе за Твои подарки в нашей жизни. Спасибо Тебе за Твои ответы в нашу жизнь. Спасибо Тебе, что Ты всегда открыт к нам, Господь. Спасибо Тебе, что всегда мы можем бежать в Твои объятия. И мы бежим в Твое присутствие. Мы бежим в Твои объятия, Господь. Оставить все, что нас тревожило. Оставить все наши желания и мечты. Мы просто сейчас хотим побыть с Тобой рядом. Услышать стук Твоего сердца. Услышать Твои мечты. Узнать, чем живешь Ты. Господь, мы хотим, чтобы Твои желания, они стали нашими желаниями. Иисус, мы хотим научиться любить Тебя всем своим сердцем, всем своим существом, всем, что есть в нас. Мы просим Тебя, обнови нас любовь к Тебе. Обнови наши чувства к Тебе. Господь, мы хотим любить Тебя. Ты прекрасен, Царь наш. Ты прекрасен, Господь наш. Ты прекрасен, Святой наш. Нет подобного Тебе. Нет такого, как Ты. Ты один верный. Ты один прощающий. Ты один исцеляющий, Ты один освобождающий, Ты один творящий чудеса, Ты один благословляющий, Ты один, Господь, любящий, Ты единственный, кто верит в нас до конца, Ты единственный, кто открыт всегда для нас. Спасибо Тебе, Господь, спасибо Тебе, любимый.
драгоценный Господь, мы ценим Твое присутствие. И поэтому, если что-то сейчас может отделять нас от Тебя, пусть оно будет удалено властью Твоей любви, силой Твоего Духа и Слова в нас. Ты Словом сотворил Вселенную, и Ты поделился с нами Словом власти, Словом созидания и Словом жизни. Поэтому мы сейчас можем говорить: Господь, Твое присутствие, пусть оно умножается, пусть оно усиливается. Присутствие небес на этом месте. Господь, мы одно с Тобой. Мы одно с Тобой, когда соединяемся с Источником жизни. Мы одно с Тобой, когда Твой свет проникает в нас, и тьма убегает. И я благодарю Тебя, что мы сейчас можем сказать: присутствие Твое решает все проблемы. Присутствие Твое удаляет всякое давление. Присутствие Твое восстанавливает все, что когда-то было надломлено. Присутствие Твое возвращает то, что было украдено. Присутствие Твое расширяет проходы. И мы можем свободно пройти там, где раньше не могли. Я благодарю Тебя, что присутствие Твое, оно нас поднимает. Поднимает над обстоятельствами, поднимает над проблемами, поднимает над всякими страхами. Благодарю Тебя, любимый. Благодарю Тебя, что в присутствии Твоем тают горы. Слава Тебе, любимый. Вручаю Тебе все сердца присутствующих здесь людей. Вручаю Тебе семьи, вручаю Тебе и малых, и великих. Вручаю Тебе жизни, вручаю Тебе, Господь, перспективы. Все в Твоих руках начинает цвести новым цветом. Благоухать новым благоуханием и иметь грани, которые раньше мы не замечали. Благодарю Тебя за это, Господь, и вручаю Тебе все остальные минуты и мгновения этого служения. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Воздайте славу Богу, друзья.